Слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня еще раз прийти пред лицо Господне и не просто прийти, провести какой-то отрезок времени из нашей жизни, но чтобы оно было заполнено слышанием Слова Господня. Вы знаете, наше время становится драгоценным только тогда, когда мы делаем что-то во имя Господа, молимся или рассуждаем над Словом Господним. И если вы проверите свою жизнь, то вообще, то памятными днями вашей жизни это были те моменты, когда Господь каким-то образом посещал ваше сердце. Или это было в молитве. Ну и, наверное, каждый из нас помнит день покаяния нашего, когда Господь впервые освободил наше сердце от греха, и мы узнали, что такое свобода Божия. И если были какие-то радости, то, несомненно, они были связаны с духовными переживаниями. Или это были богослужения, которые по-особенному были отмечены присутствием Духа Святого, или это были какие-то наши личные общения с Господом. Но если все сказать одним словом, оформить, что для нас было самым приятным и памятным, то это было общение с Господом и Его благословение нашего сердца, за что слава и благодарение Господу. Поэтому я хочу напомнить немножко прошлый наш разбор, когда мы говорили о тех самых трудных вопросах житейских, о вопросах брака, о вопросах взаимоотношений мужа, жены и так далее, и отмечали каким-то образом о том, что апостол Павел хотел бы, чтобы люди были не женаты и не замужние, как он. И он там ставил разницу, говорит, что незамужние или неженатые заботятся о том, как угодить Господу. А замужние или женатые, как о мирском. И здесь мирское не имелось в виду греховное, а житейское. Житейское. Вы знаете, что когда пока мы живем в теле на земле, то хотим мы или не хотим, но наша жизнь переплетается. Земная жизнь и жизнь для Господа, они не могут существовать одно без другого. И здесь апостол Павел говорил, что если уже люди вступили в брак, то хотят ли или не хотят, но часть времени они должны будут посвятить друг другу. И помните, говорили о том, хотя это целая тема, говорить об угождении, что все-таки мы должны угождать друг другу. Не в смысле каких-то греховных отклонений, а вот тех нормальных, естественных, которые имеют важное значение в нашей жизни. Если мы не научимся угождать друг другу, то очень трудно будет построить жизнь нормальную. Потому что у всех нас есть какие-то склонности, какие-то привязанности. И если мы их не будем учитывать, то жизнь не сложится так, как должно. Вы помните, я напоминал о том, что все-таки благословение родителей, оно имеет очень важное значение в жизни людей. И вот здесь, когда мы рассуждали, то когда речь шла, выдавать дочь замуж или не выдавать, то обращается Господь только к отцу или к матери, и к ним нет. Как будто вообще-то они должны решать все вопросы и все проблемы. Конечно, это не совсем так, но здесь можно вынести отсюда одно, что родительским благословением и согласием пренебрегать нельзя. Хотя, в общем-то, я часто наблюдаю, что родители не всегда правильно себя ведут по отношению к детям. Не сын выбирает себе жену, а мать. Вот это мне нравится, это не нравится. Вот это бери, это не бери. Может, когда-то это имеет смысл. Все-таки родители не... Но очень часто больше разбираются в людях, чем дети. Но, к сожалению, не всегда. Может, это не всегда какой-то процент от общей массы. Но еще даже то 1%, то все равно это очень плохо. И я сегодня знаю, когда дочери, не знаю, на 28 лет, а мать за хвостом ходит, сопровождает кругом. И ей самой стыдно. Но мать,
Она боится о том, чтобы сама одна не осталась, а что дочь может остаться одна, об этом не думает. Хотя вообще-то это не основной аргумент для того, чтобы женить или замуж выдать. Но тем не менее, это все надо учитывать. Потому апостол Павел, я думаю, когда он был у коринфян, то он гораздо больше говорил на эту тему. Он не один раз говорил, что я с вами уже говорил на эту тему. И я понимаю, когда он говорил, то это было гораздо шире, чем он написал. Но даже вот то, что он написал, это может быть для нас как тезисы, как направление. И здесь мы встречали еще один термин, который, может быть, не встречался в наших рассуждениях и в нашей жизни. Когда мы что-то говорим, то у нас бывает или хорошо, или плохо, правда? Или черное, или белое. То есть здесь апостол Павел увел еще один уровень, когда он говорил, что кто хочет соблюдать свою деву в девстве, но то, что хорошо поступает, или хочет выдать, он хорошо поступает. А кто ее хочет соблюсти, тот лучше поступает. Оказывается, и хорошо, и что и лучше есть. Не только одно хорошо и плохо. Ну и что хорошо, лучше, ну и плохо само собой есть. Мы бы вообще хотели, чтобы это плохо не было. Но оно есть. Но тем не менее, не все надо вот под эту мерку подставлять. Плохо или хорошо? Говорит, хорошо, лучше. Вот так хорошо, а так лучше. Почему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше? Наверное, сегодня такого Павла с кафедры стянули бы. Сказали, что ты тут, Павел, выдумываешь? Потому что сегодня такое стремление, лишь бы за кого, лишь бы выдать. А правда же такое бывает. И считается большое несчастье. Но, и, наверное, многие из тех, кто сегодня вышел замуж или женился, пожившие лет 5-10, наверное, захотели бы остаться холостяками, но уже поздно. Этого не вернешь, все. Не приняли во внимание, что Павел говорил, хочу, чтобы были так, как я, потому что будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. И еще раз повторю, как не один раз говорил. Ну, подумал, хорошо, хоть будем иметь скорби по плоти, но все равно будем так. И это, с одной стороны, хорошо. Потому что если нет такого дарования, если человек создан для семейной жизни, то больше он не сделает, будучи холостяком или холостяшкой. Я сегодняшним языком говорю. Почему? Что голова будет забита постоянно. Этим, видишь, ничего не сделает. Это мы строим такие иллюзии, что что-то большее сделать, ничего не сделаем больше. Если на это не способен. Ну, а если способен, то другой вопрос. Потому что мы все этот вопрос хорошо понимаем. И я думаю, что в некоторых случаях можем сделать правильный определенный вывод. Как поступить и что будет лучше. И 39 стих я читаю из 7 главы. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти, за кого хочет. Но это за кого хочет тоже ограничивается словами «только в Господе». Видите, вот это «за кого хочет», ну, вроде бы это такой простор, ну, «за кого хочет», но только в Господе. Почему я сегодня внимание свое останавливаю и ваше на этом тексте Писания? Самый такой брак повторный, который не имеет никаких последствий, которому не предъявишь никаких претензий. Это тот брак, когда одна из половин умрет. Никаких вопросов нет больше. Все остальные браки, как я уже не раз говорил, это не черное и не белое. И так подумаешь, и так подумаешь, а все равно это не то. Все равно не то. Поэтому я понимаю, что вот эта проблема –
И еще никто ее не решил, насколько я помню. Мне приходилось встречать журналы где-то 50-летней давности, 60-летней давности по этому вопросу. И там все равно вот так решали вопросы. И не было такого закона поставленного, что вот так. Решали в зависимости от обстановки. Молились, учитывали что-то, делали какие-то отступления ли это, или поправки, ну как хотите назовите. Но вот не было ничего вот такого твердого. Потому я очень хотел бы, ну, конечно, я не могу сказать, чтобы ваши половинки поумирали, но чтобы выходили замуж, чтобы не было таких браков, мы говорим, повторные или с разведенными, или еще что-то. Все равно это что-то такое, знаете, в конце концов оно сыграет свою роль в жизни. Дьявол все равно надавит на это. Потому что это нечто далеко не совершенное. И потому апостол Павел здесь, рассуждая вот на эту тему, помните, говорил много, и как бы подытоживает: жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Только в Господе. Потому что человек, который не раскаян, пусть он даже очень хороший человек, но Библия называет мертвый по грехам и преступлениям. А если живого сочетать с мертвым, то мертвец не живет, а живой сгниет. Правда? Правда. У нас, допустим, в таких случаях есть такое желание, намерение и мечта, что выйду и покаяться. Но бывает и такое. Но довольно редко. А в общем-то, это неустройство очень сильное. И жизнь осложняется до крайности. Она в одиночестве, она жизнь тяжелая. Но если вот и такие браки, они тоже не приносят той радости, той свободы, которую человек хочет получить, когда вот решает эту проблему. Поэтому апостол Павел говорит, за кого хочет, еще раз повторяю, потому что были такие вопросы, и подходили ко мне, спрашивали, а почему я не могу за неверую, что выйти? Потому что так написано. Если бы даже я не мог объяснить, почему, ну почему-то не понимаю я почему. Но написал Павел только о Господе, и все. Я уже не могу переступить того, что написано. Так написано. Почему? Не знаю. Но Павел знал, что писал. И Дух Святой знал, который ложил апостолу Павлу на сердце, что написать. А уже если я не понимаю, ну что ж, это моя проблема. Поэтому я должен довериться Духу Святому и тому же апостолу или евангелисту. А в конце концов все-таки это Богу довериться. То если так написано, значит так надо. И далее Павел говорит... Чем он подкрепляет свои рассуждения, чтобы они были авторитетные, чтобы люди не просто понимали его, как Павла, который что-то придумал. Он сказал так, 40 стих. «Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия». Вы помните, мы заострили внимание на том, что апостол Павел сказал в отношении девства, я не имею повеления от Господа, но даю совет, как верный его служитель. Видите, он разницу ставил, когда в отношении заповеди хлебопреломления, помните, что он говорил? Ибо я от самого Господа, он не сказал, что Господь мне не рассказал ничего, но я думаю, что я тоже имею Духа Божия. Там он конкретно узнал. И я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которая предан был, взял хлеб, возблагодарил, проломил и сказал и так далее. Вы вообще на память знаете это местописание. То вот то, о чем мы сегодня говорим, в данном случае вот эта часть разбора. Уже апостол сказал, я повеления от Господа не имею, чтобы сказать вам так. Но даю совет, как тот служитель Божий, который верен ему. И он рассказал, почему он такой совет дает. И дальше он здесь сказал, но на блаженне, если останется так,
по моему совету. Почему? Потому что за этим советом стоит Дух Божий. А думаю, и я имею Духа Божия. Еще раз обращу внимание, можно было написать «Духа Святого имею», правда? И вообще апостол Павел, он был крещен Духом Святым, помните, об этом написано? О чем я говорю? Ту же старую истину повторяю, которой протыкаются многие. Когда говорят, что Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, это разные духи. Трех, четырех, пяти, десяти духов нет. Есть один Дух. Дух Святой. Но с какой стороны поглядеть? И здесь апостол Павел говорит, а думаю, что и я имею Духа Божия. Восьмая глава. Будем переходить к восьмой главе. Это уже будет совсем другая тема. И здесь, когда те, которые Библию исследовали, разделяли на стихи, на главы, очень хорошо уловили, что это совсем другая тема. Она начинается так. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает». Вот в этом апостол Павел увидел некую опасность. Но вначале я обращаю внимание, что апостол Павел говорит об идоложертвенных яствах. То есть о тех яствах, которые приносили в жертву идолам. И после они раздавались тем, кто ходил в эти капища, и они съедали их не просто как пищу, а как пищу уже идольскую. И здесь уже апостол Павел видел опасность. И в чем он ее видел? Мы дальше будем говорить еще, потому что здесь апостол Павел сам на эту тему говорит. Но вся сущность в чем заключается? Что сам идол, ну какой он может быть, деревянный, глиняный, или железный, или нарисованный, он ничего не значит. Но за этими идолами прячутся бесы. А вы помните, не помню, в каком псалме написано, псалмы Давида, когда там открыто именно вот то, что я и говорил. И когда будете читать, найдете дома, поищите сами. Это, ну, довольно такие вопросы не второстепенного порядка. Там написано так, что язычники приносили жертву идолам своим. А дальше, запятая, они приносили жертвы бесам. Поэтому за этими идолами, за этими игрушками, это мы считаем, что они игрушки, прячутся демоны и бесы. Вот почему это не безобидные вещи. Это то, на что мы должны обратить внимание. Хотя вообще-то, если говорить об идолах, то на сегодняшний день мы их не видим в своих деноминациях. Здесь могут быть пороки характера и так далее, и так далее. Я когда-то, помню, говорил на эту тему, где-то есть кассета об идолослужении, где-то книжка была о духовной свободе, которой уже нету, потому что ее уже нету. И там их, наверное, где-то по 30, если все их рассмотреть. И в некоторых случаях они просто будут относиться идолы к нашему характеру. Ну, допустим, Валфигор, я как пример говорю, я уже взялся за идолом. Был такой идол Валфигор, само слово Вал переводится господин, Фигор – открытие рта или отверстие рта. А если взять все вместе перевод, получается господин большое горло. Это люди, которые берут на горло все. Чуть что, вот такой вот рот, и с ними никто не хочет связываться с такими людьми. А в рот затронешь, до беды не оберешься. И это уже является идолослужением. Там был Валфигор, это была видимая часть этого греха. Вы знаете, что всегда есть видимая часть, и есть невидимая, внутренняя, властная. Я часто приходится говорить о проклятии. Так вот, есть слова произнесенные. Господь ли это сделал, или человек. Есть это внутренняя сторона невидимая,
А потом это проклятие выражается в жизни людей определенным образом. И когда в книге «Плач Еремии» Еремия говорил об этих признаках, там он сказал, значит, что отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их, то он там перечисляет. Вы знаете, интересные признаки внешние. Я просто беру параллель с тем проклятием, о котором я говорю, и с идолослужением. То он называет проклятием что? Говорит, когда дома наши перешли к иноплеменным, и наши дрова мы покупаем за деньги, и наш хлеб, который сами вырастили, за деньги покупаем, то, говорит, это проклятие. Вот сами найдите, прочитайте. И я хорошо вспоминаю прошлые времена, когда работает где-то в колхозе, получит 2 килограмма гнилого зерна. Я помню это время, потому что я уже жил в то время. И попробуй, работает весь год, все лето, а потом руки ломают в городе отцам, булку хлеба купить надо. Говорят, то, что заработали, мы должны за свои деньги покупать еще в придачу. Вот такие вот вещи интересные, говорят, что говорит, ну, дети наши как сироты, матери наши как вдовы. Почему как вдов? Потому что мужья есть, но не в тюрьмах, ни за что, ни про что. И Библия называет это ненормально, это проклятие. Вы поняли меня? Я бы мог говорить на эту тему дальше, но сегодня не эта тема. Вот то же самое касается идолослужения. Или, допустим, другие идолы, которые к характеру относятся. Я об них сегодня и говорить не буду. Но вот есть такой был идол Римон, на которого он хотел опереться, вот этот генерал сирийский, помните? Который получил исцеление в Иордане 7 раз, помните Неемана? То он говорил, что я больше никакому Богу поклоняться не буду. Но если я пойду в дом Римона, это говорит, Бог моего господина, и там поклонюсь, то пусть Господь меня простит. Ну, а Римон означает гранатовое яблоко. Вы, наверное, все знаете, что такое гранат. Это сначала надо разломать, а потом там семечки, которые обсосать надо. Вот сегодня очень много христиан занимаются тем, что разламывают жизнь чью-то и обсасывают. И они о чем говорить другому не могут. Даже на молитву соберутся, и то будут обсасывать. И уже пришли на час на молитву, а помолятся 10 минут, потому что покуда всех перебрали. Ну, может быть, сегодня такого и нету. Но такой идол есть, называется Римон. Гранатовое яблоко и так далее. Поэтому апостол Павел, мы еще нехорошо понимаем, что за этими идолами скрывается нечто страшное. Скрываются демоны, скрываются бесы. Вот почему апостол Павел, и он не писал тем людям, которые жили во время Ветхого Завета, он писал христианам. А мы сегодня как христиане, у нас нету этих деревяшек никаких. Если не учитывать вот то, что я тогда, зачем вообще об этом речь вести? Оказывается, есть гораздо более страшные вещи, чем мы сегодня об этом думаем и знаем. Артемида Ефесская и так далее, и так далее. Потом апостол Павел посчитал нужным, когда писал коринфянам, напомнить им об этом. Тем более, конечно, это были язычники, и в то время действительно идолов было много. Это уже сегодня, кажется, нет смысла вспоминать их. Уже сегодня мы совсем по-другому мыслим. А в то время даже напрямую могли стоять эти идолы. И апостол Павел видел, что это не просто заблуждение. Это некая мощная сила, которая настолько извратила разум человека, что он поклоняется творению рук своих, какой-то деревяшке. Значит, это надо помрачение разума, чтобы было. А чтобы это сделать, надо, чтобы кто-то очень сильно поработал над этим разумом. Кто бы умел это сделать и внушить человеку, чтобы этот идол что-нибудь значил. И потом апостол Павел здесь и говорит, о идоложертвенничествах мы знаем, потому что мы все имеем знание. И он отчиняет одну сторону. Но знание что делает? Надмевает. А любовь назидает. Поэтому если сегодня кто-то может кичиться своим знанием
или думать, что знает больше, чем кто-то другой, то уже это говорит о том, что любви, о которой такие люди говорят, как раз-то и нету у них. Да и мы, если так будем говорить и делать, тоже нету. Хотя мы как-то очень часто других со стороны можем видеть, а себя труднее заметить. Но когда мы сегодня слушаем Слово Господне, это мы в первую очередь должны обращать внимание на себя. Потому что кого-то обвинить, знаете, это надо знать, за что и как. Очень легко и просто можно ошибиться. А вот если мы к себе приложим, то точно не ошибемся, потому что мы знаем, кто мы есть. Гордимся мы своим знанием или нет? Поэтому апостол Павел именно указывает вот это. Это очень сильное такое средство обольщения знанием. Почему, допустим, Ева вкусила запретный плод? Вы помните объяснение? Ну, что будешь иметь знание, и это оказывается очень серьезный, так сказать, предмет или часть нашей жизни, через который искушение приходит. Знание, говорят, приятно для глаз, вожделенно, и знать буду. Вот теперь не знаю, а буду знать. И соблазнилась на этом. Имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. И вот второй стих очень интересный. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. И третий стих. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Если не обратить внимание на второй текст Писания, то получается довольно странным вот это выражение. Если кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает, как должно быть. Если на этом остановиться, то получается, что мы вообще-то и не знаем пути спасения. Если думаем, что знаем, что спасение в крови Христа, то если не читать другую часть, то получается, вообще мы ничего не знаем. А если я думаю, что ничего не знаю, то и вообще говорить никому ничего не могу. И здесь апостол Павел не говорит, что мы ничего не знаем. Он говорит вот о чем. Есть знания, которые сами люди взяли, а есть знания, которые Бог дал. И тут две разные вещи. Я знаю сам, и Бог дал знание. То если Бог дал знание, то на том уровне, на котором Бог мне открылся и дал его, то я знаю, как должно. А если я сам думаю, что знаю, то вот в таком случае, ну, на этом нельзя оставаться. Потому что если кто думает, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому что? Дано знание. Вот это дано знание, это очень важный элемент нашего знания. И если бы мы знали, все я имею в виду, что нам дано, было бы очень, так сказать, много радости для всех. Если бы не путали, что сам знаю и что Бог дал. Когда-то покойный Марчук где-то однажды в какой-то беседе с проповедником, то ли беседа, или с кем-то, или проповедь какую-то обсуждали после высказанного, и говорит, что Бог мне положил на сердце это сказать. Вот я сижу и думаю, но как Бог мог тебе такое положить? Ну, то есть, было это нечто такое высказано, которое, ну, никогда Бог не положит. А люди то часто думают, что это Бог положил. Разницы не видят, что сам выдумал и что Бог положил. Вот это наша проблема сегодня большая. Когда-то помню, это немножко смешной пример, но вы знаете, что я не рассказываю анекдоты. Я сегодня не шутки собираюсь рассказывать. Я говорю на тему, что кто любит Бога, тому дано знание, и сам придумал. Когда-то помню, я знаю ту церковь, знаю, где это было, знаю, с кем происходило.
когда собрали большую толпу людей евангелизации, и один из пожилых братьев, я уже говорил однажды, просит вот этого пастора, дай я скажу проповедь. Я, говорит, сначала как-то, ну, боялся, кто его знает, что он скажет. Но потом, ну, просит, ну да, я подготовился, я скажу. И я не сомневаюсь, у него было желание, и он действительно думал, что он скажет что-то ценное и большое. И когда он начал читать вот это местописание, и что перекуют копья свои на черпы, мечи на оралы, не будут более учиться воевать, вот я себе думаю, ну, слава Богу. Но уже здесь-то он ничего, потому что не придумает, потому что, ну, в то время, знаете, это было время переворотов каких-то, время перестройки, это все бунтовалось и так далее. А он стал, да и говорит, вот, говорит, братья, раньше было время, когда люди что-то делали, а теперь вот одни оралы, наделали телевизоров, наделали радиоприемников, утром орут, в обед орут, вечером орут, одни оралы, а люди стоят да похохатывают. И он-то думал, что Бог дал это знание. Но я не думаю, что в таком возрасте и так прося, ну дайте, дайте скажу, что он, ну, что он думал, что это он от себя что-то скажет. Но выдал такое, что, как говорят, хоть стой, хоть падай, хоть плачь, хоть смейся. Ну что хочешь, то и делай. И я взял крайности такие, которых не так много, наверное, есть. Но тем не менее, очень яркий пример. Бог дал, и я знаю. Бог открыл, и моя голова открыла. Наша голова тоже иногда может что-нибудь открывать. Я помню когда-то, может, и за мной кто-нибудь когда-нибудь замечал такое, не знаю. Ну, говорят, за собой не видишь, за другими видишь. Я помню, когда-то кто-то из братьев говорит проповедь, мне уже такое сказал, такая мудрая, думаю, ну как такое только можно придумать? Это действительно надо иметь большую голову, чтобы такое выдумать. Но бывает же такое. И поэтому я для чего говорю? Потому что здесь апостол Павел на это обратил особое внимание. Если кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот и разница вся в наших знаниях. И я думаю, если бы мы вот так вот все боялись Бога и получали знания от Него, то не было бы столько христианской деноминации. Однозначно. Потому что Бог одному так истолковал, другому так, а третьему так, но такого просто-напросто не может быть. Если Бог и говорит, кому-то глубже, кому-то немножко помельче, но тем не менее оно не идет вразрез. И потому я бы очень хотел, чтобы действительно, когда мы будем жить, а мы будем жить на земле, сколько Господь нам позволит, чтобы мы помнили в этих двух видах знания. Мы вообще имеем знание. Но одно знание от собственной головы, а другое знание дано от Бога. И то, что дано от Бога, оно не принесет вреда. Хотя, в общем-то, неприятности могут быть. Но потому что чему больше всего лукавый противится? Он больше всего противится истине. И он старается все перевернуть по-своему, чтобы его выдать не так, как его должно понимать. Но нам сегодня очень важно знать, за что мы терпим и что мы отстаиваем. И вполне возможно, что то, что мы иногда отстаиваем, оно, оказывается, не будет стоить тех жертв, которые мы несли, отстаивая ту или другую позицию. Поэтому, когда мы живем в это время, когда действует благодать Господня, когда Бог крестит Духом Святым, когда можно взять от Господа эти знания и проверить, то пусть Господь нам поможет, чтобы наши знания были от Него. Лучше знать немного, но знать, что знаешь, чем знать много, а впоследствии не знать, куда его положить и куда его деть в определенных ситуациях. И апостол Павел об этом предупреждает. И четвертым стихом он говорит так, он продолжает тему об идоложертвенных яствах, об служении идолам, и говорит так,
І так, об употребленні в пищу ідола жертвенного ми знаємо, що ідол міри нічого, і що нет іного Бога, крім єдиного. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Здесь апостол Павел просто разъясняет коринфянам, а сегодня нам, в чем сущность этого идола жертвенного. Я говорю, дело не в том, что идол у мира что-нибудь значит. Потому что идол мира – ничто. Идол жертвенный – не страшно. Но мы дальше будем говорить, для кого? Кто считает идола что-то ничто? Но если он почитает его за Бога, то вот это идоло жертвенное, оно для него превращается в яд. Оно не будет для него безобидным. И здесь апостол Павел эту тему и ведет. Мы знаем, что идол мира – ничего. И что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, он имел в виду, что этих идолов было много в то время. Но он говорит, да, есть на земле боги, их называют богами, и господ много. Но это не тот уровень, это просто обольщение своего рода. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Он здесь опять о Троице говорит, о двух лицах Троицы. И вот интересно, говорит, Бог Отец, из которого все. Его была инициатива. А Господь Иисус Христос. То есть Отец господствует во Вселенной посредством Иисуса Христа. Вот вы заметили, он назвал Бог Отец, а Иисус Господь. А Господь кто? Это Господин, который командует, который имеет власть. Поэтому Бог еще раз напоминает то, что неоднократно говорил, что Бог все творил через Иисуса Христа. Потому что Он есть Его Слово. Он говорит, сказал и сделалось. Так вот наше сказал. Вот я, допустим, сказал. Я просто произнес определенную череду звуков в определенном порядке, и вы поняли. А у Бога сказал, задействовал Христос, потому что Его Слово – это личность. И Павел здесь еще раз об этом напоминает. Свое внимание концентрирует не на Троице, на другом вопросе, но не обходит и этого вопроса. И говорит так, но у нас один Бог, Отец, из которого все – и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, но которым создано все на небесах и на земле. Почему я это говорю? Есть одна такая книга, она называется, кажется, «Тайна спасения», не помню, которую Геннадий Абар написал. Такое тонкое заблуждение. Значит, в его понятии, что материя – это отработанные мысли где-то в космосе, спрессованные и так далее, и так далее. Вы знаете, на чем обосновался? Вначале было слово. Ну, а слово – это мысль материализованная. Вот, вот смотрите, говорит. Вначале была мысль, а потом уже все остальное. И вот как враг может затуманить глаза? И там же сразу написано, и слово было у Бога. Он из рук это слово, не мысль первая, а он эту мысль создал. Вы поняли меня, что я сказал? И все. И там такая куролесица пошла дальше. Но я уже не буду рассказывать. Ну, и не хочу вводить в эти учения вообще. Потому что и ада нету, и так далее, и так далее. И даже дьявол будет спасен в свое время. Но только по очереди все будет. И вот, и началось с чего? Начать бы слово мысль. Отработанные мысли, это хлам космический. Бог взял его, спрессовал вместе, образовалась материя наша сегодняшняя и так далее. Ну, думаю, правда, у дьявола хватает вот обольщения, чтобы обмануть человека. И поэтому я просто, знаете, на что обращаю внимание? Во-первых, чтобы мы не падали на учения различного рода. И не считали себя особыми экспертами в этом вопросе, потому что враг тут же придет и направит разом не туда, куда надо. Мы читали больше всего Слово Божие. Слово Божие.
И оно оставит все на свое место. Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Смотрите, Павел говорит, идол мира ничто, как и дьявол перед Богом ничто. Но если кто-то проповедует, я помню однажды, я немножко с юмором вспомню, когда кто-то из братьев проповедовал, говорит, ну Богу-то надо служить, надо, говорит, думать, чтобы и дьявола не угневить, то что же будет проблема, если это сделаешь? То, конечно, с такими мыслями очень легко попасть под это влияние. Нас не должна волновать проблема, что дьявол будет. Мы знаем, что он будет делать. Он будет мстить, он будет стараться сделать, мы это знаем. Но мы должны знать и другое, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И если мы сегодня скрыты в крови Христа, в его ранах, если мы сегодня исполняем Слово Божие, то нам нечего бояться никаких идолов. Нам нечего бояться ни колдовства, ни чар, ни заговоров никаких. Но если у нас ни один десяток ворот открыты для дьявола, тогда надо бояться, это будет действовать. Вы понимаете, что я говорю? Апостол Павел здесь и говорит так. Он говорит так, идол мира ничто. Но если ты его признаешь за идола за могущество и принимаешь эту пищу, которую ему принести, как жертвы идольские, тогда совесть, будучи немощна, что? Оскверняется. Тогда не ешь. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Что сегодня может быть идольской жертвы? Конечно, бываем мы на похоронах, бываем мы в разных местах. Для нас это ничто. Но если мы сядем с этими людьми, которые признают эти все там кушания и другое, и третье, и четвертое, и вместе с ними это делаем, то оскверняется тогда? Я буду читать дальше, вот это место, там будет эта тема затронута? Если, говорю, кто-то увидит, что ты, имея знания, сидишь у капища идольском и ешь идоложертвенную, то его горит совесть. Тоже расположит его есть эти жертвы, как жертвы идольские. И таким образом будете виноваты. Это немаловажный вопрос и сегодняшнего времени. Я хотел бы, чтобы мы сегодня это как-то разложили по полочкам и понимали правильно. Потому что если неправильное отношение к этим вопросам, тогда и оскверняешься. Сегодня, допустим, для многих людей идолом или способом обогащения является воровство. И ворованное уже будет идольским. Вы поняли меня? Нечистое. И потому, когда мы понимаем, что это ворованное, покупаем, то Библия говорит так, когда ты видишь вора, сходишься с ним. Он ворует, а ты покупаешь. Хотя, говорит, когда вы на торгу что-нибудь покупаете, то вы уже там не думаете, ворованное, не ворованное. Но когда ты знаешь, что то ворованное, значит, идольская жертва, не делай этого. Вы уловили момент? Я пытаюсь объяснить, что имелось в виду здесь. Когда ты, имея знание, на торгу? Ну, на торгу. Откуда ты знаешь? Оно открыто. Это же пусть милиция смотрит за тем, что ты там кто продает. А я иду на этот торг, я покупаю то, что мне надо. А когда мне говорят, я такой случай был, я когда-то рассказывал, я его рассказывать не буду. Когда уже знаешь, что воровано, и тогда покупаешь. Уже другой вопрос. Уже участник. И я думаю, что если бы люди не покупали ворованного, то очень многие не воровали бы вообще. Но так как люди знают, что можно продать, то почему не воровать? А у них же этот вопрос поставлен не так, как у нас. Говорят, ну пусть прячет, как положено, пусть не бросает.
А еще уже государственно говорят, да, государство нас больше оборовывало, чем мы. То тут вообще вроде бы это и нормальность, и даже лучше, чем тогда, когда не воруешь. Я сейчас бы наказал вроде бы его. Но на самом деле это не так. Какая разница? Где ты взял, каким образом ты взял? Но это уже будет идольская жертва. Да, есть такой дух воровства. Я уже сталкиваюсь с этими духами, может, я за много о них говорю. Дух воровства в натуральном образе. Кто ты? Дух воровства. И там же человек ворует не потому, что надо. Есть, как по потребности говорят. Хотя вообще Библия говорит, не спускают вору, когда он голоден и украдет. Но избивают его все равно одинаково. Но тут вроде бы как будто какое-то оправдание есть. А вот ворует, потому что хочется воровать, не надо. А руки сами тянутся в карман. Потому что живет дух воровства. Вот самый идол, идолослужение. Человек не может не служить ему. Равно как и другие грехи, и другие идолы, на которых я не буду обращать внимания. Дальше апостол Павел говорит так. С одной стороны, он просит, чтобы не обращали внимания на эти вопросы. С другой стороны, говорит, обращайте внимание. А мы рассуждаем, когда же нам что делать надо? И он говорит дальше так. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Ну, а вес, а внешний вид? Ну, как это так? Он имел в виду духовное. В отношении жизни вечной, в отношении святости. Раньше, конечно, во время Ветхого Завета, законом Моисеева, там были те продукты или та пища, которая запрещалась, которая нечистой считалась. Но все эти запреты несли в себе внутренний смысл. Они не столько касались наружной этой пищи, сколько внутреннего содержания, с намеками на будущее. То в сегодняшний день пришло настоящее спасение в крови Христа. И нам уже нет смысла эту пищу разделять. Вкусно, приятно ешь, не ядовитое ешь. Да и все, то, что мы принимаем как пищу, написано, освящается Словом Божьим и молитвой. Вы помните это местописание? Говорит, нет ничего нечистого. Ну, а если кто почитает нечистым, тому нечисто написано. Поэтому уже тогда не ешь, если считаешь нечистым. Поэтому здесь Павел говорит, пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Я еще раз делаю поправку, потому что к пище можно отнести и вино, и наркотики. Но это не пища уже. Это не пища. Мы должны поставить разницу. Почему сегодня то и другое запрещается, а другое нет. Что одно является пищей, а другое уже не пища. То же самое вино, но, кстати, алкоголь – наркотик. То же самое курение – это наркотик, к которому люди привыкают и от которого трудно избавиться. Поэтому это не пища. А пища – то, что нужно для нашего организма. И обычно пьяница не оправдывается тем, ну как, для чего нам сегодня эти запреты? Потому что, говорю, если даже сам организм человека вырабатывает алкоголь, это правда. Но он не требует у нас добавить, он себе вырабатывает сам, сколько надо. Он себе вырабатывает сам, сколько надо. И он не требует добавки стаканами. А люди вот это узнали, и уже сегодня мотивируют, чем, ну почему это вредно, если организм сам вырабатывает. Он сам и вырабатывает. Поэтому просто не путайте вот эти две вещи. Если мы сегодня что-то запрещаем, то запрещаем то, что ведет ко вреду. А то, что является пищей, никто никому не запрещает. И дальше 9 стихом апостол Павел говорит так. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Вот смотрите, вот этот вопрос очень серьезный. Говорит, можно есть, но есть люди с немощной совестью. И здесь Священное Писание говорит. Вы помните один из текстов Писания? Кто соблазнит одного из малых сих, то что? Лучше бы ему повесили мельницу жернов на шею и потопили во глубине морской.
И вот как раз-то здесь встает вопрос соблазна. Не вопрос, можно или нельзя. Мы из Креды Писания видим многое, что можно. Но в том случае, если это не будет соблазном для тех, которые немощную совесть имеют. И когда будешь есть, и кто-то соблазнится, то Бог будет судить не за то, что ты ел, потому что ты знал, что можно есть, за то, что не обратил внимания на того, кто соблазнился и погубил его этим. И Господь говорит, что никакая пища, ничто, что только может быть в жизни, не может служить оправданием, и через это погибнет немощный кто-то. Сегодня я часто слышу так, не только в отношении пищи, но и других вопросов. А почему-то я должен идти делать так, соблазнять? Пусть не соблазняются. А почему-то я должен под них подстраиваться? Пусть они под меня подстраиваются. А это уже прямое нарушение вот этой заповеди или части учения Христова, которое я прочитал. Говорит, душа человека настолько драгоценна, что ее потеру, если она утеряна по твоей вине, не оправдаешь никакой мудростью своей и ничем тем, чем ты хочешь оправдаться. Это касается души человека, касается его спасения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы никогда так не говорили, но пусть не соблазняются. Я имею в виду второстепенные вопросы, которые как пища. Пища не приближает и не отдаляет. Есть фундаментальные вопросы. Можно соблазниться и на святости, и на Христе соблазнялись. И на Иисусе Христе соблазнялись. Вы что-то знаете? Соблазнялись о нем. Но он был ни при чем, что на нем соблазнялись. Он не нес никакой ответственности. Поэтому все-таки мы в нашей жизни должны обращать внимание на некоторые вещи, которые от нас зависят. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? Он же немощный. Он же понимает, что это идол и капище, а не означает что-то. И ты сидишь там. Почему, когда проповедник выпивает, но я не знаю, где это есть сегодня, это было когда-то, я в настоящее время не знаю таких случаев, то родовые чины соблазнять. Вот если ему можно пить, то и мне же можно. Некоторые просто повод нашли, а другие искренне думают, что так. Раз он это делает, значит можно. Он же проповедник, он же знает больше, чем я, и он делает, потому и мне можно. Но я уже говорю о таких грубых нарушениях. Я не говорю о тех вещах, которые, естественно, являются не нарушением. Но я просто, когда читал, то думаю, интересно, а чего там сидеть в том капище, да еще за столом? Но, оказывается, наверное, бывало такое. Я, когда подхожу к некоторым воротам, то мне там говорят, давай зайдем посмотрим. Я говорю, слушай, тут бесами воняет, я не пойду туда. Мне противно заходить туда. Кто-то видит, что ты сидишь там и вместе с ними что-то делаешь. Тут его совесть не расположит или его сделать то же самое, как ты. То ты, может быть, какой-то благой целью там. Но, говорит, оберегайся вот этих вещей. Чтобы впоследствии кто-то не соблазнился, и ты не имел проблем. Ибо если кто-нибудь увидит себя, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И дальше 11 стих. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Смотрите. Вроде бы это знание неплохое, нормальное, что идол в мире ничто, и его жертвоприношение, а не простая еда. Но если ты не сумеешь это объяснить, не сможешь показать, почему ты там оказался, что ты ел просто не как жертвы идольские, а просто как пищу, то говорит, брат, погляди, он по-своему все воспримет. Он воспримет все по-своему,
И говорит, его совесть небожно осквернится. И подумал, о, раз это он уважает так этого идола, то значит и мне надо это делать. И он уже пойдет, будет делать так, чтобы, ну, повторить или угодить этому идолу, или еще что-нибудь сделать. И таким образом, вот твой брат немощный погибнет, за которого Христос умер, от твоего знания. Поэтому, наверное, Павел и говорил, для иудеев я был как иудей, помните? Для подзаконных как подзаконных, язычник как язычник. Я не думаю, что апостол Павел там пьянствовал, наркотики употреблял, как наркоманы, хотя там не было. Там немножко другая тема. Он никогда не кичился тем преимуществом, которое он имел. Он когда начинал говорить с людьми, он мог говорить на их уровне. С язычником начинал, с идолов. Помните, как он начал? Я вижу, вы особенно набожные, у вас много идолов, но, говорит, вам еще одного не хватает, Бога настоящего. Он не сказал сразу, вы такие безбожники, что-то у вас за боги такие. Они бы его не слушали. Ну, значит, приятно, когда тебя набожным называют, да? Уже можно что-нибудь и принять, и когда безбожником-то и говорить не хочется. А вот немножко он умел начать, а вот никогда не просносился. Он мог начать беседовать с любым на его уровне. А уже после переходил на то, что потому что он не был чужд закона перед Богом. Помните? И он все выводил. Поэтому, может быть, не столь важно, в каком мы обществе можем оказаться, но очень важным будет, что мы там будем делать, как мы себя вести там будем. И о чем мы там будем говорить? Вот что может казаться проблемой. А окружение наше может быть самым разным. Обстановка житейская меняется, места нашего жительства меняются, и люди могут быть разные вокруг нас. А мы все-таки, ну, не превозносясь, не считая себя кем-то особенными, но должны быть на своем месте, чтобы после могли вложить истину Божию в сердце любого человека, который будет соприкасаться с нами. И Павел об этом и вел речь. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». И 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Поэтому, наверное, сегодня, если мы возьмем свою жизнь, то напрямую мы очень редко согрешаем против Христа, правда? А вот в отношениях друг с другом довольно часто. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И здесь же приходится думать. И еще вспоминается один текст Писания. Что вы сделали одному из меньших сих, то кому сделали? Мне. Плохо сделали, мне плохо сделали, там перечисляется. Не пощадили, не сделали и так далее. Или пощадили, в темницу пришли, милость оказали. Говорит, в одном случае вы не сделали мне, а в другом случае вы сделали мне. И в конце концов оказывается, что служение Богу, я не раз эту мысль повторял, оно связано со служением друг другу. Потому что Богу как Богу, по сути дела, от нас ничего не надо. Я думаю, с этим будете согласны. А что ему от нас надо? Вот все то, что он делает сегодня, он делает, чтобы нас спасти. Любя нас, когда мы делаем доброе друг другу, он считает, что мы ему делаем, потому что он хочет это делать. А вообще ему что мы можем сделать? Мы ему ничего не можем дать абсолютно. Вот, если я захотел есть, помните это место Писания, я у себя не спросил бы. У меня, говорят, весь скот на горах. Если бы пить захотел, даже крови напиться, то весь скот на горах мой. Я у тебя не спрашивал бы, это все мое под всем небом, да и вообще во всей вселенной все мое. Но если мы молимся, это естественно, оно, как правило, только к Богу относится. То опять-таки, чтобы иметь силу побеждать грех и не делать друг другу зла.
Хотя вот эта часть, кажется, только Богу, то есть молимся, постимся, это Богу надо. Но в конце концов, то не Богу, но это прямая связь с Богом, чтобы получить силу от Бога, чтобы делать доброе. Делать злое нам помощи не надо, мы сами способны на это. А вот делать доброе, надо еще подумать, как сделать. И усилия приложить, чтобы сделать. Для этого нужна сила. И как мы не повернем, если мы так будем рассуждать, то все служение Богу, оно сводится к служению друг другу. А Бог, желая нас спасать, конечно, очень доволен, рад и силу дает, чтобы мы, ну, в действительности получали ее и могли служить Богу. И не только просто чисто физической стороной нашего естества, нашими силами, но и духовными дарами, которые Бог дает. И опять-таки, это не для Него, в конце концов, оказывается, а чтобы спасти нас. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы это поняли. Потому что мы часто, что от меня Бог требует, почему Он от меня требует. И по сути дела, это не Богу надо. Если бы Он требует, чтобы у меня был характер нормальный, все, то для того, чтобы я с другими людьми нормально себя вел, вот и все. А Богу как Богу. Мы Ему второй вселенной не построим. Какие огромные просторы. Световыми летами исчисляются миллионами световых лет. Что мы ему можем сделать? Мы даже землю не повесим такую, как наша. Это сверх наших сил. Она самая маленькая пылинка во Вселенной. Поэтому, а согреша таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Мясо можно есть, но если кто-то считает, и вы находитесь в общении, что можно есть только овощи, то вот я для того, чтобы Евангелие проповедовать, я не стану есть мясо, буду тоже овощи есть. Дома я буду есть, и я не буду лицемером. Здесь я просто не буду есть, потому что не соблазнить. Многие же так говорят, а как это так? Ты, значит, лицемер? Никакого лицемерия здесь нету. Лицемер, когда человек нарушает волю Божию, которая действительно является грехом. И он где-то на людях не делает, а наедине делает. Да, вот это уже лицемер, это грех. А когда человек делает то, что разрушает Слово Божие, наедине где-то, ну, кушает там, допустим. А в обществе он этого не делает, правильно делает. Если мы делаем что-то для нас приятное, а другим неприятно, то это уже не совсем нормально. Ну, хотя бы даже молиться. Молиться можете как угодно. Библия отмечает разные виды молитв и интенсивность ее. Я взываю громко, не удерживаюсь, с плачем. В другом месте спокойно. Ну, я молюсь так, как хочу. Но если мы стоим рядышком в собрании, я буду кричать во весь рот, а другой уши затыкает, он не может вынести. Уже ненормально. Уже ненормально. Вы меня поняли? Значит, нет порядка должно. Один не должен. Требует, чтобы шепотом молился, а другой не должен орать. Один немножко уступи, другой немножко уступи. И все будет нормально. Вы меня хорошо понимаете? Есть такие вещи, которые надо думать о других людях. Хотя их трудно выполнить. Особенно мне, когда говорят, говори немножко поспокойнее и помедленнее. Не могу, стараюсь. Помню, когда-то старался, почти весь разбор провел, а мне после записочку послали, брат, говори помедленнее. Вот, думаю, постарался я. Старался все время говорить медленно, оказывается, немедленно говорил, ну что сделаешь? И здесь надо что-то учитывать. Я помню, одна из сестер говорила так, говорю, ну что ты кричишь? Она говорит, знаешь что, если я не покричу, то у меня нет веры, что Бог услышал. Ну все, я тогда сдаюсь.
Ну, я не могу отнять того человека, чтобы его веры не стал. Но тогда уже как-нибудь буду, ну, кричи. Не хочу я твоей веры отнимать, уже как-нибудь. Но, по сути дела, все должно быть написано благопристойно и чинно. И здесь не надо думать, что этим угошается Дух Святой. Я немножко на другую тему перехожу. Но оно касается совести. Вы поймите правильно, что кричит не Дух Святой, выражает эмоции, мы. Вы понимаете меня, что я говорю? Мы кричим. И вы сами знаете, мы все очень разные. Одни выражают свои эмоции очень сдержанно, сдержанные люди. Другие чуть что, он весь раскрытый. Дух Святой касается, да, я согласен, но не будет кричать. Я кричу. Вы думаете, это Дух Святой кричит, когда я пропаду? Это я кричу. Это я кричу, я такой есть. Иногда придерживаю себя, но не могу остановиться. Я пришел домой, меня Света спрашивает, а что ты так охрип по-белорусски? А говорю, кричал. Говорю, так чего ты кричал? Говорю, проповедовал. Она стала, говорю, слушай, так что ж ты делал? Ты кричал или проповедовал? Ну, говорю, и то, и другое было. Ну, а что сделаешь? Кричал. Забываешь. Мне ничего не может быть, надо говорить помедленнее. Но я кричу. Но, тем не менее, все-таки, я просто напоминаю о том, что есть порядок какой-то. И мы должны хорошо знать. Говорят, патише немножко, ты Дух Святой угошаешь. Да никто Дух Святой не угошает, тебя угошает немножко. Но ты радуешься, да не мешаешь другим радоваться. И всего столько, и больше ничего. У нас такое понятие, что тут кричит Дух Святой. Ай-яй-яй-яй, там уж неизвестно что. Да, он выражает радость, да, она есть. Я ее переживал не один раз, и такую, что я ее просто передать не могу. Но, тем не менее, мы должны все эти вещи ставить на свое место. Кто это кричит? Если уже Дух кричит, то это нечистый Дух кричит, как правило. И уже то Он кричит. А уже если я кричу, да, подвозишь Духа Святого, я могу кричать. Но это уже, слава Богу, я не боюсь этого. А уже если кричит Дух, но это уже знаете, что я знаю, кто кричит. Это не тот Дух, раз Он кричит. И вы его успокоить не можете. Поэтому вот эти вопросы, они не могут быть второстепенными. Они очень сильно влияют и на наши отношения, и на наше поведение, и так далее, и так далее. Девятая глава. Не апостол ли я? Это апостол Павел говорит. Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Апостол Павел, когда вот говорил эти вещи, где-то ограничивал, где-то учил, как кто сказал, я свободен, я апостол. И вот на что он обратил внимание? Он говорит так, и если для других я не апостол, то для вас апостол. И что было печатью, чтобы утверждать коринфянам, что он апостол? Он говорит, печать моего апостольства или посланничества, вы в Господе. Что сегодня можно взять отсюда? Мы сегодня можем рассматривать друг друга со своей точки зрения. Можем сегодня оценку делать. Действия своим, другим, третьим, четвертым. Но все-таки... Результат нашего действия, или еще лучше сказать, откровение присутствия силы Божией – это эффективность работы, которая произведена. Я не себе буду говорить, я просто как пример привожу. Значит, звонит одна из сестер по телефону, называет себя по имени-отчеству. Говорит, Николай Яковлевич, я христианка, вот такая, такая-то, звоню. Я хочу просить у вас прощения. За что, говорю, я вас вообще не знаю. Да, вот вы меня не знаете, но зато я вас знаю. И простите, пожалуйста, что я о вас говорила плохо. Я не знала, что я говорила. И в вашем лице я прошу прощения всех пятидесятников. Я понимаю, что произошло.
Не знаю, кто она, не знаю, когда, но где-то что-то на нее произвело положительное влияние. Она узнала, что это не просто говорение на языках. Ну, я так прямо вот говорю. Вот есть та печать. Вы меня поняли немножко? Я не мог говорить о каком-то другом, я просто привел свой пример. Я не себя здесь проповедую. Я немножко, вот как Павел говорил. Для других я не апостол. Они со мной не сталкивались. Они меня не знают. Но вы-то знаете, вы через меня покаялись, что я не могу сказать о себе сегодня. Ну, значит, кто-то для вас, вот таким авторитетом, с которым вы покаялись лично, все-таки есть что-то живое. Это не просто люди, которые лишь бы что говорят, и нет силы той. Она ощущается. Я вспоминаю тот случай, это было давно, когда мы еще были на Грунтовой. И когда у нас было два служения, утром и потом днем было, и приходили проверяющие, там, кажется, целая группа врачей была, тогда часто приходили, хотя сегодня проверяют, и сегодня проверяют, и сегодня здесь есть эти люди, которые проверяют. И все то, что мы сегодня говорим, оно известно там, где надо, это без всякого сомнения. Они побыли в двух служениях и сказали так. Анализ сделали. Говорят, в первом служении говорили о Боге, а во втором служении разговаривали с Богом. Вроде бы почти одинаково все. Но по действию различили, разницу поставили. Поэтому апостол Павел когда говорил, и что сегодня можно с этого взять? Что сколько бы мы ни говорили, как бы мы себя ни хвалили. Но если Бог не произведет своей работы, то наши слова, это не печать, чтобы утвердить нашу работу как положительную или отрицательную. Вы поняли меня? Павел говорил, мое защищение, против которого, что Павел ничего не стоит, это вы, которые спаслись через меня. И уже что вы имеете против меня? Он же им претензии предъявлял. Уже сказал, мы еще не говорим так, ну кто-кто, ну уже ты же знаешь, что ты говоришь еще. Мы так часто говорим, правда? Почему мы так говорим? Потому что мы говорим, ну ты же хорошо знаешь. Уже кто-кто, ну ты же видел, ты же был там, ты присутствовал. Ну ты-то что говоришь? Вот то же самое Павел говорил в таком ключе. Если для других я не апостол, а там говорили, что он не апостол. Вы помните, были там лжеапостолы, которые принимали вид служителей Христовых. И говорили многое на Павла, не то, что надо. И он пишет коринфянам, уже говорит, я уже не знаю, чем перед вами оправдывать, потому что, ну, вы же сейчас у вас был. Мы же молились вместе, получали вы что-то через меня. И вам ли еще мне доказывать, что я апостол? А вот мое защищение против осуждающих меня. Павел иногда вынужден был защищаться, ну, как всякий человек. И это касалось не только самого апостола Павла, сколько Павел понимал другую истину. Если обо мне так говорят, и я не защищусь, то люди, просто принявши то, что обо мне говорят, они не будут меня слушать дальше. А для Павла было очень важно. Он никогда ереси не говорил, он никогда лишнего не говорил, ему было важно, чтобы его принимали. И в некоторых случаях, не столько себя защищая, сколько защищая благовествование, он вынужден был кое-что открывать. Почему о нем так говорит? Кто говорит? Для чего говорит? И вот в данном случае он так и говорил. А вот мое защищение против осуждающих меня, то есть печать моего апостольства был, Господи. И дальше говорит вот что. Или мы не имеем власти есть и пить. Вот самая большая проблема, которая и сегодня у нас есть, материальная сторона нашей жизни. И Павла в данном случае не столько обвиняли за какую-то ересь, сколько видели в нем человека, который очень удобный способ зарабатывать деньги нашел. И он говорит так, то неужели, говорит, мы как другие, если вы обвиняете в том, что мы есть, хотим и пить, и одеться, то говорит, неужели мы же такие люди, как все?
Вам надо есть, и нам надо есть. И вот мы разве власти не имеем это делать? Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Они же не работали. Но когда им нечего было есть, они должны были работать. И дальше апостол Павел говорит так. Его обвиняли в том, что он даже проповедует, за это давай ему деньги. Он приводит примеры, хотя Павел этого не требовал никогда. Но это было естественным, если по-человечески относиться. Он говорит так. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Он не говорил, а я на своем содержании служу. Но тут по тексте видно. Говорит, вы хотите, чтобы я воевал на своем содержании? И спрашиваю, а где вы такое видали, чтобы забрали воина в армию, и чтобы он с собой свое таскал сало или из дома призывал? То государство, которое призвало его в армию, оно же его и кормит, потому что он воюет. Он говорит, вы просто от меня требуете, сами не знаете что. Но еще сегодняшним языком говорит. Вот противоестественно от нас требуете и обвиняете нас в чем-то, что мы вроде бы нечестные люди. Или дальше продолжает. Или какой воин служит на своем содержании? Кто насадил виноград, не ест от плодов его. А христиане то назывались виноградной лозой, помните? Дальше. Кто паща стадо, не ест молока от стада. Он говорит, ну то же нормально, то же естественно. И где, говорит, вы видите, вы знаете, кто жил в деревнях, вы знаете, что когда пастух на целое лето брался скот пасти, то по очереди его кормили. Накормят, потом ему сумку дадут, ну то есть те люди, которых он стадо пасет. И это никто не считал ненормальным явлением. Ему плату, само собой, платили где-то в конце лета, а кормили, ну, естественно, чтобы пасти стадо. Надо, чтобы он мучил им, он же умрет. И не будет он там тайком где-то коров доить на поле. То хозяин ему открыто дает, на тебе вот твою банку, кусок хлеба. Да ешь открыто, ты ж корову пасешь мою. Он просто вот так вот рассуждает и говорит, по человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего. И дальше Павел говорит, а валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Вот Павел так вот логически и по-человечески просто, как люди поступают. И говорит, да я ж не просто по-человечески, да и по закону то же самое. И дальше он говорит. Вот один очень важный стих 11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Они хотели получить от Павла все то, что надо. Но они не хотели о нем заботиться, чтобы он имел что-то необходимое пищу. Он говорит, так, вот вы сравните, мы вам дали духовное. И если получим от вас телесное, то можно это уравнять или нет? Как вы думаете, можно уравнять это или нет? Нет. Нет. Духовное, оно ведет к жизни вечной. А телесное, оно для земли только. Говоришь, через нас вы получили спасение. Раньше вы не имели жизни вечной. Теперь вы ее имеете. И вы думаете, дать нам кусок хлеба в день, это вы великое дело сделали по сравнению, что мы вам дали. Наверное, сравнивать даже нечего. Наверное, даже нечего сравнивать. Но, к сожалению, у нас, людей, наоборот все получается. Ну, согласитесь, что так? А что там такое? Поговорить, встать за кафедру. Поговорил, да пошел дальше. А вот поработать, заработать, это надо и мозоли иметь.
И, наверное, вообще-то мы понимаем правильно, во всяком случае, ответить можем правильно, а живем довольно часто неправильно. Я никогда не забуду Вашкевича, который не один раз повторял этот псалом. «Я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра». Говорит, мы так поем, а живем по-другому. «Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». С одной стороны, но и то, и другое надо, но оно не может заменить одно другое. Физическое, но временное. И мы действительно тратим огромные усилия на это приобретение, но в конце концов, ну, это до гроба. А там оно нам совершенно не надо будет. А вот то духовное, что мы сегодня имеем, оно и поможет нам земной путь пройти и сформирует наш характер таким, чтобы можно было жить с ним в вечности. И апостол Павел задает вопрос. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Павел этих коринфян, которые так думали, он их не одобряет. Он не говорит, что вы правильно делаете. И не благодарите их. «Благодарим вас, коринфяне, что вы меня на ум разум настали. Вот я, наконец, сам буду работать». Он говорит, коринфяне, я переживаю не за вас, которые думаете, но за тех, кому вы вкладываете, что не слушаете Павла. Он только вот обирает вас. Он говорит, за кого-то. Я лучше не буду, чтобы вы только не говорили. Не надо. Иначе я у вас возьму, а вы позже будете рассказывать всем подряд. Вот какой Павел, говорит, они меня слушать тогда не будут. Да уже ладно, оставайтесь вы со своими взглядами. Я уже вам говорю, что я не в восторге от вашего поведения. Но я говорю, помните, да, я от вас, говорит, ничего не возьму. Зачем? Чтобы после говорили о том, что вот Павел такой, да отбили у людей всякую охоту слушать. Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Он имел в виду ветхозаветное приношение. Вы помните, что приносили жертвоприношения эти, балов, тельцов для жертвоприношения, и часть сжигали, остальная часть от жертвы шла священнику. То есть часть жертвенник поглощал, а часть отдавалась священнику. Он говорит, разве вы не знаете, что во время Ветхого Завета так было? Что, говорит, служащие жертвеннику питались от жертвенника. Вы помните, все это постановили? Сначала вот делай то, остальное возьми себе, тут для тебя, и так далее, и так далее. То есть Павел убеждает, он не себя оправдывает, но в большей мере не такой был Павел, чтобы себя оправдывать особенно. Он просто искренне заботился о людях, которые неправильно понимали вещи. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Прямо, конкретно и без всяких недомолвок. Но я не пользовался ничем таковым. Говорит, Господь повелел. Я когда посмотрел на ваше поведение, то я не стал пользоваться. Хотя если бы стал пользоваться, то Господь повелел, тоже вы меня ничем не заподозрили бы. И написал это для того, чтобы так было для меня. Вот это интересное выражение. Он говорит, я написал так, чтобы для меня, не для других это написал. Но это я для себя. Что я очень переживаю за дальнейший успех благовествования. Ибо для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Смотрите, как Павел понимал. Сегодня много не так понимают.
Если уже что-то где-то сказал, да еще успех какой-то был, то порассказывают неизвестно куда и кому. Павел говорил, а этим нечем хвалиться, это моя обязанность. Это не подвиг какой-то особенный. Это не означает, что я какой-то особенный человек. Я просто делаю то, что надо делать. Вот почему для Бога нельзя сделать что-то такое, ну, такое, чтобы Бога удивить. Это то, что надо делать. И ничего другого. И нет места для похвалы. Ибо если я благовествую, то нет чем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение. Вот эти разницы апостол Павел поставил. Добровольно, недобровольно, под принуждением. То я исполняю уверенное мне служение. И здесь уже разница есть. И дальше будет говориться о награде. Я уже, наверное, буду оканчивать без 10 минут. Но мы в следующий разбор, если Господь позволит, продолжим эту тему. Она очень простая, доступная, но она очень нужная сегодня нам. Потом пусть Господь благословит каждого из вас, и меня в том числе, и пусть Господне благословение умножается.